чудесную историю расскажу я вам. В одном старинном доме был найден чемодан с блестящими замочками и даже не пустой. А что же в чемоданчике? Ты крышку приоткрой. Там живут жираф и мышка, кот и пес и серый мишка, утка белая, овечка, два веселых человечка. В чемодане целый мир, есть даже сливочный пломбир. Для мальчиков и девочек, для бабушек и дедушек, для всех на свете папа и мама. Историю расскажет старинный чемодан. Здравствуйте, дорогие ребята! Как на душе празднично! Скоро-скоро Новый год! Скоро и Рождество Христово! Сегодня мой чемоданчик такой тихий и легкий. Даже странно. Может, там комарик? О! Телеграмма! Дорогу замело. Мы не приедем. Приезжай к нам сама. Вот так дела. Ну что ж, в сказку. Так в сказку. Какая красота! Фу! И вы все здесь? Какие же вы нарядные! Таня! Ура! Ты приехала! Конечно, у нас же сказка. Вот так чудеса. Всегда мы к тебе приезжали. А теперь ты к нам. Расскажите-ка, чем вы занимаетесь? Как к празднику готовитесь? Да вот елку хотим украсить. А мы не знаем как. 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 Таня приехала. Давайте у нее и спросим. Таня, расскажи нам! С радостью. Помните, мальчик-художник оставил краски в лесу? Было дело! Еще бы! Белкозавр! Да тише ты! Так вот, красоту можно сделать из обычных предметов. Вот что получилось. Как просто и как красиво. Как красиво. Какая красота. Какая красота. Какая красота. А теперь расскажите про подарки. А что подарит хомячок? Я подарю хомячихе кастрюлю. Охотники оставили осенью. Чтобы она варила тебе суп из овса? Ага, вкусно. Понимаешь, лучше подарить то, что порадует ее по-настоящему. Например, бусы из рябины. Ух ты, как здорово! А я и не подумал. Вот это да! А еще подарки нужно дарить умеючи. Просто так вручить неинтересно. А как же это делать? А вот как. Милая хомячиха, прими эти рябиновые бусы и помни о той осени, когда мы с тобой встретились. Ого, точно! Тань, Таня, а что мне коту подарить? Сляпу или, может, галстук? Знаешь, лучше бы узнать, что будет ему приятно. А, приятно и полезно! Котя, а что ты хотел бы получить от меня в подарок? Мяу. Странный вопрос. Лучший подарок коту – это сметана. Таня, а вот ты какой бы хотела подарок? Мне носки шерстяные очень нужны. Тань, Таня, а если у нас все есть с хомяком, что ему дарить-то? Стихи напиши, попробуй.
Сладко спал зимой хомяк. Охранял он свой чердак. Сладко спал, открывший рот. Скоро, скоро Новый год! Забавно получилось. А давайте вспомним, что хорошего случилось в прошедшем году. А я научился не опаздывать. Прихожу везде вовремя. А мы открыли Министерство доброты. И наш пес теперь самый главный добрый министр. А я изучил географию и теперь нахожу легко любую дорогу. Я окончила кулинарные курсы и теперь пеку самые вкусные пироги. А ты, суслик? Я открыл фонд «Щедрый лес», и мы помогаем тем, кто попал в беду. Здорово. Кар, я издаю газету. В ней хорошие новости нашего леса. Кар! А мы с зайцем делаем самую вкусную зубную пасту для лесных жителей со вкусом земляники. Мяу. А я просто научился всех любить. Мяу. Как же здорово! А самое хорошее в этом году то, что мы познакомились с тобой, с чемоданчиком и с нашими телезрителями. И с нашими телезрителями. А я тоже приготовила вам подарок. Смотрите. Раз, два, три. Елочка, гори! Вот так чудеса! Как красиво! Спасибо, Таня! Вот так чудеса! Спасибо, Таня! Как я рада, что вам понравилось! А теперь давайте споем новогоднюю песню! В лесу родилась елочка, в лесу она росла. Зимой и летом стройная, зеленая была. Метель ей пела песенку, спи, елочка, бай-бай. Мороз снежком укутывал, смотри, не замерзай. И вот она нарядная на праздник к нам пришла. И много-много радости детишкам принесла. И у нас тебе подарок – носочки, чтоб твои ножки не мерзли зимой. Вот здорово! И как раз мой размер. Спасибо! Вот и сказки конец. А кто слушал – молодец! А мы прощаемся с вами, дорогие друзья. Поздравляю вас с Новым годом и с Рождеством Христовым. Вспомним о том, что было хорошего в прошедшем году – и поблагодарим нашего Создателя за его милости. Таня, а ведь я тоже приготовил тебе подарок. Что это? Чемоданчик-то говорящий? А я думала, что сказка уже закончилась. Как же может закончиться сказка? Открывай. Вот это да! Это герои нашей новой сказки, которую вы скоро увидите. До встречи, друзья! В моем чемоданчике сказки, песни, веселые басни, хорошие вести в шумной столице и в сельской тиши. Для вашего дома и вашей души найдется полезное, доброе слово, и счастье вернется к вам снова.